Добрый день, ребята! Праздник пап для нас с вами новый праздник. И в этот день мы будем дарить папам подарки и говорить им добрые слова. А какой самый лучший подарок? Конечно же, приготовленный своими руками. Ведь он содержит частичку доброты, тепла и благодарности. И сегодня я предлагаю вам сделать подарок для наших любимых пап. Итак, сегодня мы с вами будем делать золотую рыбку. Для этого нам с вами понадобится втулка от кухонного полотенца, белый картон, цветная бумага, у меня желтая, фломастер, карандаш, ножницы, клей и линейка. Отрезаем от втулки размер нашей рыбки. Дальше берем лист цветной бумаги, прикладываем нашу деталь и отмеряем длину, чтобы оплетнуть нашу рыбку. Так, отмерили, карандашиком отметили. Дальше мы будем отмерять, сколько нам нужно цветной бумаги. У меня это вот так. И чертим квадратик. Вот у меня получился такой прямоугольник. Примеряем. Все у нас подходит. Теперь мы его приклеиваем. Просто мажем здесь клеем и склеиваем полоску. Так вот это получится. Теперь на оставшемся листе бумаги произвольно рисуем хвост и плавники нашей рыбки. Хвост у нас будет состоять из трех вот таких вот лепесточков. Будет большой хвостик. Ну и сразу нарисуем здесь прожилки. Рисовать плавнички. Плавнички. Так, вот это вот здесь вот так вот. Плавнички. Они у нас будут в виде вот таких штучек. Сейчас одну вырежем, по ней вторую вырежем. Можно эти прожилки обвести маркером. Тогда они будут поярче. И теперь мы этот хвостик приклеим к нашей рыбке. Вот так. Вот что у нас получилось. Теперь вырезаем плавники. И приклеим к нашей рыбке. Теперь мы возьмем кружок и вырежем глазки нашей рыбки. У меня это вот скотч. Я его обведу, и это будет глазки нашей рыбки. Вот такая рыбка у нас с вами получилась. Теперь ее можно будет подарить своим папам и поздравить их с праздником. И пусть они загадают желание. До новых встреч!